Сегодня президент Татарстана Рустам Миниханов с рабочей поездкой находится в Волгоградской области. Планируется, что он посетит индустриальные площадки и встретится с губернатором. Ожидается подписание плана мероприятий в рамках торгово-экономического сотрудничества. А накануне Рустам Миниханов посетил историко-мемориальный комплекс героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Побывал на площади героев, в зале воинской славы, возложил цветы к вечному огню и оставил запись в книге почетных гостей. Вечером Рустам Миниханов принял участие в торжественном приеме от имени губернатора Волгоградской области. В нашей стране должны быть такие точки, куда каждый россиянин должен приехать и как бы отдать дань уважения тем людям, которые полегли, сохранили нашу страну. И, конечно же, по-разному можно это судить, но это героизм наших людей. И об этом мы всегда должны помнить.